Всем привет! В игре «Голодающие художники» вы можете получить себе вот такую вот маску доктора Эггмана. Ссылку на эту игру я оставлю, как всегда, в описании к видео. Кто не знает, это такая игра, где можно рисовать картины и продавать их за реальные робуксы. Ну, либо покупать у других эти картины за те же самые робуксы. В общем, это тот же Please Donate, только здесь есть картины и вы их реально покупаете. И можете продавать и перепродавать. Итак, что вам надо сделать в этой игре? Вам надо подойти к какому-нибудь пустому месту художника и занять его. О, у меня даже есть какие-то картины. Ну да ладно. Дальше мы садимся за стол, чтобы рисовать. И вот здесь у нас написано о соревновании художников. А тема у нас такая. Соник. Это же тот самый ежик Соник. И нам надо на эту тему что-нибудь нарисовать. Так, обязательно ставим вот здесь вот галочку, что мы будем рисовать на эту тему. А теперь нам надо нарисовать картину. Я решил нарисовать вот такого вот shadow, и все. Пишем название этой картины, и все готово. Приз получен. Ну а на этом все. Не забудьте поставить лайк. Всем удачи, всем пока. Thank you.